Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Маквейт, Секрет. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Привет. Всем привет. Ребятушки, очень крутая рубрика на моем канале, самая любимая и самая просматриваемая. Аниматроники пугают охранника. Гусанёк сегодня будет очень злым аниматроником. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снимать что-то очень веселое и классное. Все, ты его через дверь убил. Это он сейчас рыгать будет. Эй, Рыгакин. Давайте мы пробуем по спине с ноги дать. Бейте, бейте, бейте аниматроника, бейте его. Вот так, бейте, бейте. Все, отлично. Обиделся. О, ребята, я возьму сейчас портал, будем порталы использовать. Есть. Тихо, тихо, слушай внимательно. Ай! Блин, я испугался. А я еще так прислушался, думаю, где-то ж он ходит, это застранец лунной походкой своей. Отлично. Отлично. Пацаны, он идет. Ой. Ой, а это не убивает. Все, нормально, пацаны. Он не убивает. Он прошел через мой портал. Так, удалили порталы на всякий случай, потому что может через них проходить. Если... Ой, ой. У нас, ребята, начинается вакханалия. Подождите, хочу. Отлично. Отлично, чекаем. Никого нету? Ну сейчас. Так, а здесь никого нету? Так, я вижу, ты там. Так, ты смотри, давай через порталы будем смотреть. Мы как раз можем смотреть, с какой стороны он идет. Это у нас как камера, ребята. Вы слышите эти звуки конченые? Ой! Аниматроник! Да блин! Убегай! Я не сдался! А все, я успел убежать. Отлично. Вот он. Не-не-не-не-не-не-не, ты меня не догонишь. А, не получится. А, блин, между столами жопа жирная не воротит. Так. А, я не достаю. Ай, блин. Ну, блин, это было жестко, на самом деле, было даже больно немножко. Обманул, значит прожил. Ой-ой-ой, закрывай! А, он нас не убьет. Да? Ладно, убьет. Надо было через портал убежать. Он своим пузом придавил меня и не смог уйти никак. Вот хитрый какой, я попался. Такая тишина сразу стала, никого нету. Где это челепиздрик? Он там справа коридора идет. Я вижу, ползет. Я успел! А что ты свои тут клешни суешь? Бейте его, бейте по пальцам, бейте. Чтоб он должен уйти. Так я немножко жизни потратил у своего охранника. Дим, забуты... давай. Ой, этого... Забуты. Он ушел. Ванесса идет. А где? Все спокойно, все четенько, ребята, тащим потихонечку. А он может, он же невидим не может, да, вставать? О, глич-трап идет. Глич-трап? Да, давайте смело посмотрим. Вот он. А, я вижу его. О, Фокси ожил. Где? Ой, сейчас я сделаю путь отхода. А попробуй его затроллить, под ним портал поставить. А вот я его вижу. Успею еще, мы еще поиздеваемся над ними. Ой, ой, я удалил портал, он застрял жирной жопой своей. Где? Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ой, он страшно уже стал. Блин! А чё я в портал не смог зайти? Это очень странно как-то. Блин, я так испугался. Так, давайте еще раз поставим здесь портал. И где еще мы портал поставим? Здесь. И все, теперь мы можем красиво уходить, убегать от него. Главное, чтобы он за нами в этот портал. А я сразу удалю его. Идет, шагает, воняет. А где он? Я его не вижу. Коридоре. Вижу этого челепиздрика. А, так вот же аниматроник. Я его заглючил. А, не. А, смотрите. Бесконечные туннели падения. И что он сделал? Он не может теперь выйти. Видите, как я его забагал? Красиво. Ой. Ладно. Ну, мы подались ему. Вот это он злой нам попался здесь, этот аниматроник вонючий.
Где он? Так. Ой, солнышко, луна. Ой. Быстрее ставь портал. Ой. Обманули его, красиво, ребятушки. Вот это было очень четко. Закрывай. Закрывай. Пустите меня. Закрывай, заходи. Открываем. Ой! А он нас не убьет, а он не сможет нас убить. Бей его, бей, подыхалу с ноги. Давай, 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 бейте, бейте, вы выгоняете. Ой, я думал, двери убьет. А тут двери можно убить на этой карте? Я уже забыл. Нет, это какие-то другие двери. Побежала, побежала. Ой. Тихо, 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 дай пройду, дай пройду. Там что-то взорвалось. Ого, аж лампочка телепается. Что там происходит такое жесткое? Я внимательно смотрю его. Выглядываю со всей силы. Я думаю, что я смогу убежать. А за какого аниматроника он сейчас играет? Кошмарный балун. Я его обманул. Ай, блин. Ладно, не получилось. Но так хотелось его обмануть. Пацаны, я знаю, какое оружие надо взять. Сейчас, ребятушки, мы его будем наказывать очень сильно. Где это челепиздрик? Я очень сильно разозлился. Ого! Бочку кто-то поставил. Блин, на всю карту разговаривает. Непонятно, откуда он разговаривает. Смотри, Дима, я его нашел. Вот он, вот он, вот он. Все, пацаны, я его пригвоздил. Отлично, теперь можно его мочить. Где он? Вот он, вот он, вот он. Только не подходите. Ладно. Я тебя пригвоздил? Да, я застану тебя. Мочите его хоть чем-нибудь. Давай сейчас праздную. Стреляй, Дима. О, я знаю, ребята, чем мы его сейчас будем мочить. Отходите. Отлично. Ребята, все, мы убили аниматроника. Мы смогли это сделать. Хоть разочек, а то всю серию он смочил. Давайте. Вот он, отходите. А! Блин. Отходите. Вот реально я его не боюсь. Я теперь готов мочить его со всей силы, потому что монетка это очень сильное оружие. Где он? Ну, щенок, выходи. Я тебя не боюсь, я буду тебя со всей силы сейчас наказывать. А, вот он валяется. Есть попадание. Есть. Я прям четко в него попадаю. Не убил, а почему не убил? Должен был замочить. Отлично. Он там? О, беги, беги! А! Ну! Убью! Убью! Нет! Нет, не сможешь! Нет, 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 нет! Отлично, я вырвался! Отлично! Есть! Наконец-то мы сегодня будем мочить аниматроников. Ну что, охранникам дали очень мощное оружие. Это монетка волшебная. Вёк, я вижу его тень. Блин, но он взял аниматроника, у которого очень много жизни. Я не смогу его убить. А не, смогу. Блин, монетка подсыревшая попалась. Да что ж с монетками не то? Монетка, пожалуйста. Ну монета. Ой, извини, своего убью. Вот он. А-а-а! Нет, 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 нет. Тихо, 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 беги. Беги, 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 беги. Ай-яй-яй. Ай, больно, больно, больно. Вот это мы их сильно сегодня мочим. А давайте возьмем админский пистолет. Ну что, иди сюда. Вот теперь, ребята, он ничего не сможет мне сделать. Теперь проверим скилл аниматроника. Сможет ли он меня убить, когда у меня админский пистолет? Вот он бежит, подконья бежит, и я его убил. Видите, не смог. Что означает, охранники сегодня побеждают. Не Хорошо. Может ничего нам сделать. А он начинает злиться, да? Ничего не может. Да блин, а как так я же попадал? Блин, ну слышишь, ты меня даже как-то расстроил немножко. На тебе за это. Где он? Все, все. Теперь я его буду наказывать только. Видите? Не смог. Давай еще раз. Иди ко мне, я тебе конфетку дам.
Он не может выйти, пацаны. А я знаменитый. А ну, аккуратно, не ходи, не ходи там. Ого. Давайте, сейчас там бомба. Смотрите, что там с лампочкой творится. У меня 1000 хп. Есть! Блин, да МакВейт, ну не подходи туда. А я только хочу выйти, а мне... А ты с другой стороны выходи. Ну что, ребята, значит, мы победили. Видите, ничего не может сделать. Ой, нет. Да откуда он взялся? Ты считерил? Я сзади тебя был. Ты ТП-хнулся, что ли? Нет, я успел пробежать. Да блин, да это же нереально. Вот он. Есть. Есть. Вот это мощно. Вот это сильно. Все, теперь он не сможет сюда зайти. Я буду его сразу наказывать. Где он? А я не знаю, где он, но я знаю, где я. Теперь малейший его заход, и сразу его убью. Ждем, пока он зайдет ко мне сюда. Ой, он у меня. Инфу да давай. Где он? Так. Есть. Нас... Ага, в туалете за мной. Сразу. Не подходи, не подходи. Оно же у тебя один, как хочу сказать. Есть, есть, его убил. Вот это мощь. Ребята, ну все, охранники выиграют. Видите, что творится? Мы сегодня лучше играем всех. Отлично. Не, ну это беспредел. А где он? Есть, я его убил. Ребята, ну все, давайте, сейчас я его еще раз убиваю, значит, охранники выиграли. Последняя стычка, охранники или аниматроники? Я бомбу заложил, если что, в здании. Давай, хорошо. Только не взрывай еще бомбу, подожди, я должен с ним по ПВПшиться. На таймеру взорвется. Все, ждем, ждем его. Я его должен наказать, по-любому. Потому что это тот ролик, где охранники должны затащить. Вон там. Кабум. Ой-ой-ой. Он сзади нас, мне кажется. Я его убью сейчас, я его только что видел. Блин, ну я видел, он там вот был. Ну я... Вот он. Надо не бояться. Осторожно, есть! Дима, там бомба. Есть, пацаны, мы победили. Убегай, там бомба, Дима. Мы победили, там... наконец-то. Да ну, Гусанёк, ну все уже, мы выиграли. Нет, я выиграл. Хорошо, давай последний раз. Согласен? Я удалил лампочки, чтобы было прям темно и тяжело тебе было. Ой, я отключу фонарик и включу ночной режим. Во, с ночным режимом тоже прикольно. И будем тихонечко идти его искать. Только, пацаны, не мешайте внимательно. Мы сейчас начали бомбы взрывать. Я его видел, он там. Где-где-где? Есть! Есть! О, нет, я не его! Я убил своего! Блин! Осторожно, Дим. Он под землей? Тихо. Спасибо, что сказал. Все. Вот. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусанёк, Фрэнка, МакВейт. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Привет. Здорово. Ребятушки, сегодня очень классная серия. Аниматроники пугают охранника. И мы скачали новую классную карту по ФНАФ. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Да слушай, он идет. Ай, блин. Я дернулся. Попытался ли он через стенку может убивать? Жестко. Вы заметили, что Music Man какой-то очень большого размера? Даже быть маленького. Так, давай вентиляцию пройду. Покажу, что здесь у нас. Помогите. Прикольно, так полы еще как-то синим подсвечивается. Не бойся, не бойся. Ой. Я его видел. Аниматроник? А где он? Вы слышали? Это Монти. Монтана. Так, давайте запрячемся. Он меня не видит. Очень классный звук от аниматроников. Прям реально слышно, где они уходят. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Так, пацаны, я выхожу. Удачи. Я здесь посмотрю обстановку. Все спокойно. Я запрятался, он меня не видит. Опять. Блин, я знаю, что он там ходит. Так, я слышу, он приближается. Так, тихонечко. Все нормально, он меня не видит. Я зашкерился хорошо. А-а-а! Блин! Я его слышу. Жесть, просто жесть. У него, кстати, в темноте красный глаз. Так, идем на обход. Пока все тихо. Вы слышали этот звук? Как будто он топает. О! Мимик идет.
Аж дрожит карта, все, заходи, заходи, закрывай двери. Закрывай. Блин, это реально стрёмно. У вас тоже дрожит все вокруг? Да. А сколько же он весит? Он тяжелый очень? 250 тысяч. Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, сколько весит аниматроник Мимик? Ну он же железный, по идее. Ну потому что другие аниматроники, когда ходят, не дрожит так карта, а от него прям дрожит. Эй, чуть-чуть, быстрее заходи, закрывай! Блин, молодец, молодец, что ты закрыл двери. Боже, как это стрёмно. Ребята, обязательно лайкосик, потому что мы будем сегодня чувствовать страдать. Но если будет очень много лайков, значит мы страдать не будем. Вон, давай, танцы! Веселимся перед смертью. Кстати, вы не забывайте, что еще есть у нас вентиляция, откуда он может прийти. Открывай дверь. Что-то жарко очень. О, Кейси пришла. О, отлично, заходи, заходи, Кейси. Вот этого я не ожидал, что к нам Кейси придет. Она сейчас мутируется. Не-не-не, убежала. Убежала, все. Так, давайте все-таки открываем двери. Пойду еще раз по карте прогуляюсь, покажу вам, какие здесь у нас висят картины прикольные. О! Луна. Сломана? Да-да-да. Я закрою дверь. Во-во, я вижу его. Он медленный, очень медленный. Какая-то кнопка у нас что? Вот он, тут. Отвали отсюда, щенок. Так, давайте включим главный зал. Блин, классно, да, разговаривает он? Да. Обязательно чекайте вентиляцию. Это очень хитрые аниматроники, они сегодня должны обманывать. Ушел. Смотрю. Всё, открывай двери. Тихо. Закрывай. Я его боюсь сильно. Я вообще боюсь этих аниматроников с части руин. Они такие страшные, очень детализированные и классно мочат. Скример вообще сильный. Опа. Он вентиляцию пошел. Слышишь? А нет. А он тут. Очень классно слышно, вот прям по плитке ходят. Мы только ремонт поделали, сейчас все поломают нам пиццерию. Похоже, идет вентиляцию. Никого нету. Видел. Отлично, молодец, спасибо, что ты красавчик все, такой. Все, открывай дверь, открывай. Так, выйдем, прогуляемся. Надо. Эй, я убегу. Он меня не поймает, ребята. Не-не-не, я смогу, я лучше хорошо очень играю. Пацаны. Ну тебе... Ползи. Да, я иду, ребята, он прям сзади, это так стрёмно, когда он сзади. А, все, он здесь. Фух, я думал, он меня убьет. Честно, вот такая была чуечка, что замочит меня. Это он эти звуки конченые издает? Да. А у нас тут танцы. Давай, танцуй. Прикольные танцы у нас сегодня есть. Кстати, этот мод на танцы добавил Гусанёк. Поэтому, как всегда, он делает наши серии все интереснее и интереснее. А вот это вообще танец нормальный. Хорошо лупишь. Пока мы не проиграли, можно танцевать. Смотри, идет. Пацаны, тут есть кнопка, но она не работает. Было бы классно, если бы можно еще было на улицу выйти. Автомат? Автомат не работает. Блин, хотел пацаны водички вам купить, но автомат не работает. Замер. Может, не надо? О, кассовый аппарат. Ой. О, пацаны, я кассовый аппарат сейчас несу к нам. О, давай. Он, кажется, к вам идет. Осторожно, по башке тебе дал. Где он? Да он там что-то... О, вот он. Вижу, он стоит. Так, видите, ребята? Вон он. У него такие глаза выпученные. Осторожно, он тебя может убить, зря ты так танцуешь возле него. Я рискованный парень. А он добрый, он не убивает. Да, можно спокойно пройти. А ну, можешь не смотреть? Ну, давай я попробую пройти аккуратно, надеюсь, он меня не убьет. Да, не мочит. Может, он поломанный? Смотрите, тут какая детализация. Прям видно механизмы. А! Боже, мне теперь это будет сниться. А, мы когда смотрим, он двигаться не может, да? Да. Блин, а я думаю, что он не двигается. Это очень классный аниматроник. Теперь мне будут кошмары сниться, это точно. Так, а где он? Я буду на него смотреть. А это медленный. Я смогу убегать. Все, пацан, он к вам побежал. А, он через вентиляцию хотел. И теперь можно флексить. Флекси. Все, пока танцуй. А ну-ка. О, я бы смогу по столам убегать. А, блин, колпаки эти мешают. Вон он, видите? Нет. А ну-ка.
Ой, сейчас возьму оружие классное. У нас есть оружие с офигенным фонариком. Он думает, то, что я тюбик. Вот это мощь, фонарик. Я его слышал рядом с вентиляцией. Он до сих пор там. Да-да-да, я вижу его. Крыса. Ой, он там стоит, надо валить. А, он сзади меня. Беги. Я запрятался. Блин, он там бегает, стрёмно как-то очень. А он меня не увидел, куда я забежал. Он к нам подошел. Так, пацаны, я иду вас выручать. Не надо, он... Так, какое у нас есть оружие? О, топор, я буду сейчас топором их ковырять. Он возле дверей стоит. Да? Не бойтесь, пацаны, я вас спасу. Давай, помогай нас, спасай нас. Вижу, вижу. А у меня ничего не сделает, я буду махать! Отвали, я его фигачу, пацаны. Драка с аниматроником. Стоять. Кровь идет. А что с аниматроника кровь идет? Так, пацаны, я валю. Двери открывайте скорей. Они все открыты. Сбегай. Все, все, отлично. Я ему под спинки бью. Закрывай. Быстрей. Убил нашего. Обстоятельства, так бывает. Фрэнка. А, все, возродился. Все отлично. Так, все, он ушел, открываем двери. Где? Снимаю его. Пацаны, его хорошо топором наковырял. Идет. А, это медленный аниматроник. Видите, ходит просто туда-сюда. А это вот, может, он не убивает? Проверь. Да не, я в следующий раз. Заходи, заходи, закрывай. Все, отлично. Он идет, кажется, к вентиляции. Так, я вижу, нет, вот нет. По камерам где ходит. А, танцуй, танцуй. Такой звук, да, как будто монеты в кармане или что? Это очень странно звучит. Цыганка какая-то. Все, вроде ушла, да? Она тут, не-не-не-не. Я ее тень видел. Уходит, уходит. А нет. Давайте камеру включим возле нас. Может, она ползет? Странная тактика. Все, никого нет, открывай. Давай. Ой. А, она ничего не делает. Я пробегу! Я пробежал, ребята! Ну что, аниматроник, не смог нас убить. А где аниматроник? Исчез? Что за бред? По камерам нету. А нет, кто-то есть. Не, беги. А он мимо бега. Откройте! 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 О, не убил. Убил. По башке с кулака дал. Нормально. Бонька убил. Так, пацаны, я взял гранатомет. Открывайте, я иду на охоту. Ночи, я разозлился. Ой. Он к нам забежал. Ай, пацаны, прощайте. Он к нам забежал. Что-то мучить, интересно. Так, надо хоть раз замочить аниматроника в этой серии. Все. Дробаш берем. Так, а где это кто-то бегает, я слышу. А, это Челепиздрик. Music Man. Вот он! Домой. Одного аниматроника замочили. Так, тихо-тихо, где он? Здесь был. Он может под стол забегать? Ну да, может. А ну-ка, стойте на корточках. Давайте под столами смотри. Где-то он здесь. А ну-ка, выходи, жучара, выходи. Мы тебя убьем. Слышите? Вот он. Стреляй. А я его не вижу. Так, помогаю, пацаны, помогаю. О, все. Еще одного убил. Ребят, ну сегодня мы хорошо играем. Они, охранники разозлились. Сзади. Отомстил меня. Пацаны, прощайте. Трое. Трехголовый убил меня. Он сейчас всех убьет. Еще нашего убил. Маквейд. Ой. О, вот это он разлетается красиво, ребята. Ну вот, мы разошлись. Мы теперь очень мощные охранники. Нас никто не сможет убить. Ой, это мимик был. Так, пацаны, я встал в такую точку, где я его смогу убить по-любому. О, двоих убил? Да, это большой. Да блин! Да я споткнулся об какую-то кабаку, там под ногами валялась. Сам же принес этот кассовый аппарат и об него споткнулся.
тоже камера дрожит? А, это же мимик тот же самый, просто у него нету скина этого. А чё руки здесь торчат? Убирай свои руки. О, я убил через дверь и через руку? Да. Да ладно, это было эпично, ребята. Идет. Отлично, не смогла. Истребляем. Мы должны всех перемочить. А я его вижу, вот он невидимый здесь перемещается. Я его видел только что. Ой-ой-ой. Где-то вот здесь вот он. Ну я вижу, вот, блин, какая-то пиписька здесь летает. Музлеваз. Блин, классные звуки издает. А он меня не может убить. Лошара. Идите все на сцену, у меня сейчас будет технический давай, расстрел. Танец. О, надо. Смотрите, кто здесь валяется у нас в шариках. Идет о, девочка. Ой. Терялась. Ой-ой-ой. О, Кейси. Убежала. Следим за ней, куда она побежит. Так, сюда бежит. Мы же не можем так по вентиляции быстро бегать. Опа, Кейси, здорово. О! Ты убить хочешь? Нет, я технически проверил. А я не могу здесь так пройти, как она. Это незаконно. Не, на мужской... Тьфу ты. Ё-моё, это очень стрёмно. Я так испугался, у меня аж вспотели волосы. Ух. Я убил. Волосы. Её, бежит, я успеваю, дверь, есть. Ух, я успел закрыть калитку. А ну давайте посмотрим, сможет он меня поймать или нет. Опа-па, обманули аниматроника. Побежали сюда, не может меня догнать. Так, здесь он не может пройти. Не мешай, ты мне жизни тратишь. Убил нашего одного. Так, давайте посмотрим, смогу ли я все-таки долго от него скрываться. Кто кого обманет, он меня или я его? Так, бежит. Опачки, а я сюда. Сюда, беги. Да как он меня поймал? Так, ребята, я знаю, что надо сделать. Надо эту пиццерию зачистить. Все, я убил всех аниматроников и себя тоже. Умная идея. Да, чтобы никого больше они не смогли убивать. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Кирилл Геймер, Угабуга, Гусюняк, пацаны. Поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Накосин, здравствуйте. Сегодня будем проходить шестую ночь на экстремальной сложности. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем сложное прохождение. Так, ребята, включая при вас, показываю, что все на экстриме будет. Экстрим. Slow night. Лоупок вечно хочется сказать. Так, и давайте будем начинать с шестой ночи. Если мы шестую ночь пройдем, потом поставим седьмую. Я сильно сомневаюсь, что мы пройдем шестую ночь. Ну, начнем-с. Все, запустилось. Постараемся пройти. Постараемся. Ребята, поддержите нас лайкосиком и подписочкой. Если вы все это сделаете, то по-любому мы сможем пройти. Все, они уже пошли. Лишний раз двери не открывать. Ой, не закрывай. Сейчас чувствую, мы своими советами мы точно накосячим эту ночь. Все, давай тогда буду этот проход чекать, а ты тот. И мы уже проверили, если даже я проиграю, то ночь не остановится. Вот смотрите, я вам покажу, пока они все равно еще на исходной позиции. Видите, я умер. Ночь продолжается. Будем эту лазейку использовать для того, чтобы пройти эту ночь. Очень хочется пройти, очень. Так, я вижу, пошел. Так, пацаны, пока мне все тихо, все хорошо. Просто великолепно все. А еще никто, да, не пошел туда? Нет, Чика вроде куда-то ушла. Так, и сегодня будем наблюдать, что делают аниматроники, когда они не в офисе. Даже очень интересно. Бонька идет к вам. Он прямо возле меня прошел, Фредди не убил меня, представляете? Фредди идет. Так, Фредди идет, но еще не двери не закрываем. И Бонька идет. Закрывайте. Блин, тут такие тени, мне аж стрёмно, потому что сзади меня аниматроник находится. Так, пока дверь не закрываем, я скажу, когда закрывать. Ты стой возле кнопки на всякий случай. Она около меня стоит. Так, стой, закрывай дверь. Закрывай, отлично, ребята. Чика идет. Так, когда он только уйдет, сразу откроешь дверь. Все, открывай двери. Фредди уходит. Все, ребятушки, вот такая у нас будет тактика. Точно пройдем. Вот чувствую пятой точкой, что мы пройдем. Так, я скажу, когда закрывать, когда Фокси побежит. Пока весь этот проход чистый. Очень странно ходит. Боня да, опять Чика идет. Чика идет.
Все хорошо. Эй, аккуратно! Мы же эту пиццерию взяли в аренду, ты что делаешь? Раскрытие. Так, он сюда пошел. Давайте ему дверь закроем. А, что за звук? Да то это, в правой двери. Фредди подошел, не открывайте. Да-да-да. Только он уходит, сразу Фредди. Говори, чтоб открывали. Мы... Фредди, где дверка? Так, Чика стоит и Фредди стоит. Ну, Чика пока не стоит. Все, ушла. Можете открывать двери. Бонька стоит. Что ж ты сделал? Ну, он не убивает так, когда он стоит так сдалека, он не убьет. Все, Бонька уходит. Закрыли, отлично, отлично. Нет. Открой пока дверь, где Фредди стоит, открывай. Никого нет? Нет, там Фредди стоит, но не убьет. Он же не возле двери стоит, понимаете? Тут же все очень просто. Закрывай! Ой, блин. Он быстро это сделал. Ну, мы подались, да? Ну, специально подали, чтобы ну, было интереснее смотреть ролик. Ну, да, ну, блин, ну, пацаны, ну что? Не, чтобы ты понимал, он просто пошел в дверь и убивать меня. Я думал, он просто сейчас встанет, и я закрою дверь. Короче, сейчас, когда уже будет стоять даже вот так сбоку, мы будем закрывать двери. В любом случае, да? Так, давайте включим, чтобы у нас были эти. Скример. А, был скример же, был. Да. Вот так вот. Все, экстрим подрубленный. Slow night и шестая ночь. Ребятушки, еще одна попытка. Немножечко, видите, во всех ФНАФах немножко изменена тактика нападения аниматроников. И мы еще и не изучили эту, поэтому сейчас пройдем. Как говорится, первый блин комом. Такая тишина сразу стала, все слушают аниматроников. Но они прям буквально идут. Сейчас пару секунд иду. Смотрите, 3, 2, 1, 0. Вот смотри, прям по таймингу, ну. Все пошли сразу. Вот сейчас мы как раз посмотрим, по скриптам они ходят или нет. Нет, не по скриптам ходят, по-другому ходят. В тот раз сюда Фредди, помните, пошел? А сейчас Чика. Все, то есть эту ночь сложно будет пройти, потому что всегда будет все по-разному. А! Убила. Но я подался, это я подался специально, чтобы проиграть. Ай! Блин! Стоит. Фредди поцеловал меня. Чика стоит. Так, отлично. Так, Бонька. Бонька идет, но он еще не убивает никого. Все хорошо, пацаны, двери открыты. Может, сейчас этот будет немножко легче нам, и мы точно пройдем. Так, Фредди тут теперь хавает. А что он тут вообще стоит, смотрит? Чика идет. Очень странно. Остановилась. Так, Бонька идет, закрывайте дверь. А нет, не закрывайте. Все, он в углу стоит. Опять ссать собрался. Фредди остановился. Так, давайте мы так запрыгнем. Вот. Все, закрывай двери. Молодец. Чика идет, закрывайте. И Фредди. Оба у двери стоят. Блин, рандомное прохождение. Так, то есть карта, можно играть ее бесконечно раз, и вы Фокси никогда побежит, одинаково Фокси не пройдете. Сейчас Фокси побежит. Я же испугался. Все, дверь закрыта, все хорошо. Все четко у нас. Чика уходит, Фредди стоит. Нет, Чика еще стоит. Ой. Эй, давай, Бонни, уходи, нам сейчас всю энергию высадишь, зараза ты такой. Да сейчас Фокси побежит. Ты думаешь? Фредди ушел. Бежит. Я уклонился, вы видели, как это было рядом? Чека ушла, открывайте дверь. Да блин, а. Фредди встал. Идет. А, блин, они так остремно здесь ходят. Представьте, пацаны, если бы они еще бегали здесь. Так, Чика, Фредди, закрыта дверь, все четко, пацаны, так они, он тогда нас и убил. Бонни идет. Давайте сюда сходим. Бонька идет, все стоит, все отлично. Я чекаю за ним, прям наблюдаю тщательно. Пацаны, сколько времени и сколько энергии? Одна полосочка энергии убралась, и это первый час. Закрывай. Отлично, молодец. Они все ржут, все что-то хотят от нас. Сейчас Фокси побежит. Так, ребята, кто смотрит ролик? Комментарий. Пройдем мы эту ночь или нет? Кто правильно напишет комментарий, попадет в ролик. И лайк, но обязательно. Фредди ушел. Мне кажется, что пройдем, да, пацаны? Ну, сомнения есть. Не, нема сомнений. Фокси бежит. Опа. Бежит. И энергия, да, сразу потратилась, палочка? Да. Все, открывайте дверь, никого нету. Отлично, да, ребята. Отлично. А Чика ходит только с одной стороны, она с другой стороны не подходит, да? Нет, только там у них, там это, Бонни и Фокси с левой стороны, а Чика и Фредди с правой. Ты пока открой дверь, Чика. А, нет, все, закрыто, не открывай. Все,
А нет, нет, не надо, не надо все-таки. Блин, хоть раз смотри ее вблизи, она очень стрёмная. Блестящая такая. А! Убила из... Да я поддался, ну. Ой. Идет, идет, идет. Тихо. Так, давайте запрыгнем опять сюда вот. И будем все-таки контролировать четко эту дверь. Чика ушла. Фредди встал. Сейчас пойдет. Ты там стоит кто-то, да, с правой стороны? Ух ты! Вот это подаль, закрывай. Нет, не закрывай еще. Не открывайте, Фредди. Не открывай, стоит. Не открывай, Фредди стоит. Он вечно вот в такой вот позе может нас замочить. Мы сейчас должны точно пройти. Главное не накосячить никому из нас. Это очень должно быть слажено и четко сыграно. Так, сколько время, пацаны? 2 часа. Блин, 2 часа только. Ну мы сможем. Фокси. Зараза, энергию тратит нашу. Ну не трать энергию, зараза. Все, открывай двери. Ух. При том, что, ребята, мы поставили slow night. То есть это медленная ночь, есть быстрая ночь. Если была быстро, уже, наверное, было бы 3 или 4 часа утра. Так Фредди еще стоит. Чика подошла. Опять Бонька идет. Да что ж ты заладил к нам ходить, а, постоянно? Ну они нам... За хлебом. Ну, у нас уже 4 палочки осталось. Фредди, да? Что? Так мы так не пройдем. Вот давайте дверь мы закроем. Он ее откроет, я же знаю, что он открывает. Он ручку, мы видим? Только Чика осталась. О, видите, открыл дверь. Все, идет к нам. Идет, и убьет, не убьет. А-а-а! Блин, да это больно. Когда убивает, когда не убивает, это очень по-странному. Так, на сцене никого нету. Фокси стоит. Бонька сыт. Все нормально. Так, дверь открыта, все отлично. И закрывай! Фу, блин, я так боюсь. Да я этого Боньку уже знаю наизусть, что он сначала подходит туда писать, а потом уже к двери. Ну, короче, знаете, что хочу сказать? Что всю энергию в основном забирает это Фокси. Своим приходом и забирая по одной палочке за раз. Нет, это правая сторона забирает все. Да? Тут Фред ходит и Чика. Они туда-сюда ходят. У него глаза стрёмные. Ой. А ну-ка, если я еще так встану, убьет меня, не убьет? Так, Фокси сейчас побежал. Вижу, вижу, бежит, 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 бежит. Отлично. И палочку, да, забрал, зараза, сразу? Да. Так бы не убил. Не убил меня. Как это? То убивает, то не убивает. Сюда по-разному. Так, дверь открыта. Давайте посмотрим ту сторону. А их там что? Ага. Стоит Фредди и ее Чика сразу. Представляете, какие заразы, а? Так, здесь никого нету, никого. Так, Бонька опять идет. Давайте дверь закроем. Нет, он не идет. Не идет? Он сейчас развернется и может резко сюда пойти. Ну это рандом. То есть, ну никак не угадать. О, идет, видите? Развернулся и идет назад. Блин, 2 палочки, и ты всего 3 часа ночи, мы не пройдем. Ты думаешь? Ну, походу, да, потому что. Блин, ну видите, они всегда давят нас, прям сильно давят. А может вообще не рассчитано, что мы должны пройти? Может такое? Не, ну как, а как тогда делали-то разработчики? Было бы странно очень. Я прям его глаз сотрю. Смотрите, какой у него глаз шикарный. Прям видно механизмы, как там трубки идут до глаз. Видите его? Офигеть. Ха-ха-ха. Я глаз Бонни. Идет. Вот сейчас проверим, я на том же месте стою. Убьет или не убьет? Да как он назад не убивает, вперед убивает? Что за бред? Так. О, давайте мы ночной режим подрубим, оно интересно. Фокси бежит. О, с ночным режимом вообще жирно. Стучит, стучит. А ну, убьет мне сейчас? Все, забрал палочку. Она создала палочку. Одна палочка? Да. Да ну не, мы должны пройти. Все, стоит возле двери Бонька, стоит. Это все из-за того, что Фредди жрет нашу энергию. А как он ее жрет? Он стоит за дверью все время и никуда не уходит. А может, не надо постоянно дверь закрытую держать? Может такое быть? Ну, типа... А он тогда убил нас так. Ну, может, знаешь, как только он прям идет, все, сразу закрывай дверь. Ну, давай попробуем, открывай. Все равно энергии мало. Да, все равно мы уже не пройдем. Да, давай, открывай двери. Все, сейчас давайте порепетируем. Так, давай, я скажу, когда закрывать. Все, отлично. Может, так и надо было, а мы закрывали постоянно. А, закрывай! Нет, видишь, не убил. А он так убивает, разве? Ну, не знаю. Он же вроде ближе тогда подходит. Ну, открывай, открывай, все равно не пройдем мы. Сейчас мы и проверим, ребятушки.
Блин, и Чика уже стоит. Так, под потолок залезем на всякий случай. Что, я скажу, когда закрывать, готовься. Закрывай! Блин, а как? Да мы не успели! Он прям через миллисекунду убивает. Нет, это нечестно. А туда нельзя никак пройти эту карту. Понятно. Ребята, ну мы очень старались. Мы реально старались. Можете написать в комментариях, какую тактику нам еще применить? Или как-то поподробнее описать, как нам правильно закрывать и открывать двери. Потому что мы сделаем все по канону. Ну, видите, в этой карте каноны не действуют. У них правила свои. Но, надеюсь, в следующий раз мы пройдем. Идеи, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусанек, Подливочка, Радекс. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Салам алейкум, братья. Ребятушки, сегодня у нас, как и обещали, будет очень сложный, присложный мод. Называется It's Me моды. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем сложное прохождение. Погнали. Сейчас нам будет очень-очень весело. Я надеюсь, вам эта ночь запомнится на всю свою жизнь. Ой, а так это девятая ночь. Девятая, вы представляете? Сейчас я укакаюсь, короче. А, сразу на дверях. Стойте, не отходи. Давай я закрою, потому что чувствую, сейчас ты сольешь катку нам. Так, давайте включим... Опа, опа-па. Включим сразу Фокси. У Фокси рука опущена. Телефон надо взять. Hello. It's... Ладно. Не буду говорить. Ой. Оба, закрывайте, закрывайте. Закрывай. Ай, баба. Да блин, я, видите, хотел подставить свое туловище. Чтобы нас прикрыть, да, чтобы нас не убили. Да, да, ну не получилось что-то. Ой, тут обидно стоит. Ребята, напишите в комментариях, сможем мы пройти или нет. Когда будет желтый приходить Golden Freddy, надо как-то выбегать. Я забыл этот мод скачать на звуки из-за Гусанька. А что я? Что? Так что все пишите в комментариях, Гусанек виноват. Он этот, как он? Сначала я молодец, а теперь виноват. Да, да, все даже пишите, Гусанек этот, забыл мод. Шарлатан. Да, кстати, мы на него одно время говорили шарлатан, ну что он обманывал нас на мод, а теперь у нас Гусанек шарлатан. Шахрай. Ладно. Так, стой, не открывай, не открывай там двери, не открывай. Тут стоит, видишь? Или пиздик? А чё он чёрный? У Минора текстуры, может, не прогрузились? Или он такой есть? Да. У тебя он тоже чёрный? Там Golden Freddy стоит, центральная. Осторожно, пацаны, он может к нам прийти. Ты давай этого, Фокси лучше включай. Ой. Да блин, мне давай я включу, отойди. Да, а что этот? Что делать, если все такие вот скримаки вылазят? Во. Фокси руку поднял! Ёкала-манекала. Так, ну давайте проверим, будет ночь продолжаться. Ой. После такого, что мы сделали... А Саня выжил. А, идёт, Санёк, красав. Да я знал, что он выжил. Открывай двери эти правые. Нет, правые. Нет, нет, нет. Ой. Можешь открывать. Чаще всего мы с правой двери умираем. Вот я не знаю почему, но так как-то оно сделано. Она проклятая какая-то. Проклятая дверь. 15 Freddy's. Так, ты за Фокси смотришь, что у него рука опущена. Молодец, молодец. Блин, такие скримеры прикольные. Кстати, их раньше не видел. Там фиолетовый парень только что стоял. Да? Да, возле Фокси. Фокси руку не поднял? Нет. Смотри, Балун Бой стоит. Если мы сейчас двери просто откроем здесь, мы их больше закрыть не сможем. Да. И скорее всего, что мы сольемся. Это 99,9%. Прощай. А что? Не, я не умер. Молодец. У меня вторая жизнь. Кстати, пацаны, отображается время 2 часа ночи. О, хорошо. И еще, кстати, батарейка нормально. Ну, кстати, не сила еще ни капельки. Вообще да, молодцы. Вижу время. Ну, мне это время, в принципе, не нужно, но ладно. Давай следи за временем. Спасибо тебе, спасибо, вот этот гениальный человек, кто с нами играет, ты молодец. Ну честно, я ее открыл, там поньки не было, я подождал 5 секунд, а он все равно... Нет, Гусанек, это все, пишите все в комментариях, Гусанек виноват. X2. Не забудьте добавить X2. Гусанек виноват. Да уйти. Балунбой жестко атакует, это с той целью, чтобы мы реально потом не смогли закрыть двери. Он хочет семечек, перевить конфеток. Смотрим. А у Фокси рука поднята. Так, скажи, закрывайте дверь, я иду сам. Или не поднято, блин, за ухом не видно, вроде как поднято. А ты ему за ухо загляни. Да не могу. Ладно. Ой. Да блин, смотри, скримеры кидают, один за одним. Так, ну у нас пока все хорошо.
там той Бонни стоит, кстати. Это ЛТВ. На плейграунд. Мне надо проверить марионетку. Да я и переключу камеру. Ой. Я пойду проверю. Опа! Да, у нас, пацаны, текстуры не прогруженные! Очень странно, что не черное, не эрорное. Я такого еще не видал. Ой, хорошо, что я вышел. И чё, я проиграл? Я только зашел. Пацаны, клацайте шкатулку! Клацайте быстрее шкатулку, она сейчас вылезет. О, залазит назад. Давай. Блин! Вовремя я зашел. Еще, ребята, чуть-чуть, и мы бы слились. Давай, жми. Только пальцы залезли в коробку. Дима, сори, я там тебя оставил, ты сырье. Все нормально, я за шкатулкой слежу, что все было. Ой, по красоте. Тут Фредди стоит за Динаус. Вот это жесть, пацаны, залазит. Фокси руку поднял. Блин, надо идти пацанам помогать. Эй, кто там летает, я буду бить. Ай-яй-яй. Ну ты вообще, конечно. Так, пацаны, я был на разведке, шкатулку надо клацать. Энергия у нас, скорее всего, часа 4. Ой. И при том у нас сейчас энергия кончится. Вот, видите, что творится. Не открывай. Да, я проверю, есть там кто-то или нет. Так, там стоит Бонька. Опять он здесь стоит. Но он стоит не возле двери, он стоит возле угла, поэтому не убьет. Клацает шкатулку, потому что она очень быстро вылазит. А, марионетка здесь. Да ладно, как она здесь? Он же клацает. Ну она вот, у меня... Ой, дай заеду. А чего вы все жопы свои? Ой, молодец, их убила, а нас нет. Да как такое может быть? Фокси успел, короче, рукой цапануть. Так, ты камерщик, отойди, ты неправильно камеру включил. А ну на марионетку. Она там наполовину. Короче, ребята, кто написал, что мы пройдем эту ночь, мы ее не пройдем. Дим, верь в нас. Так энергии мало, еще раз, вот смотрите, там пиписечка буквально. Маленькая такая. Кто камеру переключил? Это я переключил, хочу включить другую. Это она всегда то в этом месте, то в том. Ой. Ого, что это за фиолетовый чилипиздрик двухдэшный? Открой, я побежал к марионетке. А что будешь делать? Да, пацаны сольются, просто сольются, а я уйду от них. Я тоже уйду. Я хочу прожить. Вылазит шкатулка, вылазит. Очень быстро вылазит. Я так понял, что никто не жмет? Втроем. А чего вы все втроем здесь? Прощай, один ушел по красоте. Так, я боюсь подходить. Так, это у нас Фредди за голову держится, обиженный. Вот это не атакует, а с 5 часов. Осталось еще немножко, и мы сможем пройти. А иди попробуй, уже не дамажит, иди проходи. Не, иди ты. Не, 5 секунд проходит, он не дамажит, иди. Не, я не хочу. Да не ну серьезно, зачем мне врать тебе? Она тоже, кстати, не дамажит. Проходи. Братик-то зажали, а он... Так, я сюда пройду. Так, близко не подходим. Фокси руку поднял. Я посмотрю, как он бежит. Сейчас, ребята. Ого! Это наш игрок отлетел за километр. Это было жестко. Опа. Ой. Энергия села. Так, мы прошли? Мы прошли. Не, у меня 5 часов утра показывают. Мы не прошли, наверное. 5 часов. Время еще не сбилось. Вот это атаки идут. Ребята, но мы почему-то не сливаемся. Это очень странно. И чё? 5 часов. Время стоит. А я закрыл дверь, кстати. А, значит, ночь началась? Я ничего не понимаю. Почему время отображается? И, кстати, аниматроники атакуют. А меня убили. Значит, ночь идет, и сейчас будет конец ночи? Ну мы это не прошли, я так понимаю. Ну как мы ее прошли, если мы слились миллион раз? Это же логично. Она идет, походу. Блин, они орут на всю карту. Они какие-то эти, звери. На, ну зачем ты подходишь? Так, ну давайте еще подождем. Будет время идти или нет? Голден. Голден убивает только? Да. Остальные не убивают? Не. Ну я знал, да. Да, точно? Ну смотри мне. Голден только в притирку убивает, на расстоянии не убивает. Можешь подойти со спины. Я пошутил. А все, время не идет. Все, мы не прошли, тупо в 5 часов вечера мы слились. Блин. Вы представляете, ребята, вот кто написал в комментариях, что мы пройдем, видите, мы не смогли, вот такие мы рахиты. Блин, это было сложно.
Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, Гусь Санек, FM Zoom, пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Самая крутая рубрика на моем канале, аниматроники пугают охранника. Если тебя текушки, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Слышно меня, как я хожу здесь? Да. Да, отлично, так, на Ctrl, странная анимация. Больше никаких анимаций нету, да? А на эрангельску? Во, поломанный. Пацаны, знаете, как прятаться? Правильно. Вы не успели запрятаться, поэтому вы должны все умереть. Но он и дал спрятаться. Ну, конечно, не дал. Вы должны были убежать или вентиляцию успеть заныкаться. Эй, вы... Ох, ты лифт вызвал. И тут хвост провода торчит. А я буду мочить вас. Не успели, пацаны, отлично. Ох, сегодня я буду мочить. Ребята, запоминайте. И напишите в комментарии, сколько раз они сегодня умрут. Я надеюсь, раз 50-100 они будут умирать. Поняли, пацаны, что я говорю вам? Так, у меня 10 тысяч жизней. Ой. А откуда? Ты должен сидеть в офисе. Твое место на параш. Ой, твое место в офисе. Так, поизучаем карту это немножечко. Она очень классная. Ребята, кто... любит часть FNAF 3, напишите в комментариях плюсе. Посмотрим, сколько нас. Потому что я люблю очень часть FNAF 3. Она классная. Давай. И интересная, и очень сложная. И, конечно, беги, же, там, беги, как беги. Обычно, есть чокнутый спринтрап, который всех мочит и бегает за всеми. О, я могу вентилять. Да ладно, это... А это законно? Подожди, подожди, подожди. Ах, ты меня по ногам решил, да, стрелять? Хорошо. Хорошо, гусанек. Смотрите, они бомб доставили, чтоб я умер. Так, а если резко пробегу? Нет, не получится. Получится, у тебя все равно мало хп отнимется. Ну хорошо, получится, получится, только я вас обману немножко, пацаны. Вы. О, вы даже тут. Ах, вы зараза, они даже тут, ребята, поставили! Я иду, я иду, я иду. А на лифте решил уехать. Хорошо. Шкаф! Ай, я... хорошо, успел. Ребята, тот случай, когда они реально успели все попрятаться. Уходи, уходи. Ты что, со шкафчика по мне стреляешь? Нет, это не я стрелял, это не я стрелял. От кто это? Вижу, 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 бегу. Есть гусанек. Через стены. Ну я случайно, извини, я хотел... Ладно, я хотел. Хотел сказать, что я не хотел. Так, и пришел его брат. Ах ты, зараза, успел бомбу поставить, но я прошел через нее. Ой. О, ползучая морда. Теперь я могу по вентиляции лазить. Я не зал... А чё не прол... Ты чё, жирный, что ли? Ты права, на Ctrl нажми. Да я понимаю... Нет, не лезет. Не лезет! Это бай! Ты чё, вообще, что ли, сумасшедший? Ты же шкафчик, не... Так, я пошел, короче... Ой-ой. Лифт едет, я пошел. Вентиля... Ой, в подвал. Мне надо там кое-что забрать. Поремонти... Ах ты, зараза, гранаты мне кинули! Это что, сюрприз? Да. Так, ребятушки, я прилез... для того, чтобы подчиниться. Нифига себе, ты мне жизни вынес! Я за твой пулемет сел. Ха-ха! Аниматроник за пулеметом сидит, ребята! Это же круто! Где вы еще такого видите? Ха-ха-ха! Я тебя убил! Что там происходит? Я за пулеметом сижу! Никто теперь не сможет пройти! Спасибо, что ты мне пулемет поставил. Спасибо тебе большое. Вот это у нас... Ах ты, зараза, ударил пулемет. А что это у меня за физган на башке? А что у меня за... на башке был физган? Это честно? Гравитиган, то есть, был. Отлично, ребята. Я должен сегодня всех убивать. Так, все, я иду до запчастей. Вот тут в коробках запчасти. Я сейчас починюсь. Смотрите. Так, чинимся, чинимся. Все. Я теперь целый. Теперь я буду их крыши... Ты что, с Counter-Strike оружие научился пользоваться или что? Беги, беги! Знаешь, куда тебе сейчас это оружие засуну? Блин, накидали, я не вижу, смог вонючий! Так где... Вы бросили своего, ну как вы могли, вы предатели! Шарлатаны. Идет быстрее сюда. Я иду, я иду. Я буду вас мочить сейчас, пацаны. Отлично, отлично, отлично. Это я еще не... Слезай быстрее.
А чё, ещё кто-то остался живой? Все, отлично. Кирилл Геймер, извини. Извини, обстоятельства, не хотел. Так, все, я иду в комнату, мне надо там жизни пополнить. На зарядку иду. Пробуйте меня вытравить оттуда, если получится. Все, я в комнате. Все. Вот тут вот, видите, станция? Это для того, чтобы заряжаться. Я заряжаюсь. Так, на жопе зарядка у меня. Все, я на зарядке стою. Слышу, бегут, бегут. Я слышу, прямо здесь двери стоят. Так, так, так. Что-то они там выбирают. Это очень странно. Ах ты, зараза! А, нет, это не сработало так. Ага. Так, удалим бочку. Да ты задрал, ты чё ветер запускаешь? Вы не умеете гранатами пользоваться совсем. Я могу вентиляцию здесь удалить? Не могу. Да вы задрали! Гори, гори. Я выхожу, я выхожу. Зарядка произошла успешно. Нормально вы меня так подожгли. Эй, вы сейчас тут люстру поломаете. Ого! Кстати, огонь не сильно меня дамажит. Ну, потрепал. О, разрушили меня! А, вот так, значит, я опять иду в подвал чиниться. Но при этом давай буду челлендж. Сейчас всех мочить. Давай челлендж без шкафа. Да. Какой шкаф? А, что типа, если вы даже не в шкафу, убивать вас? Ой, в шкафу. Нет, в смысле, не залезать в шкаф. А, хорошо. Согласен, давайте. Сами себе усложнили все. Ты чё, вообще дурак? Я сейчас... Извини, извини. Вот. Вижу, 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 вижу. На! Кстати, один остался живой. Надо его поймать и замочить. Так, лезем. Мне надо, кстати, починиться. Я в подвал опять за запчастями иду. Да хватит тут ходить. Не умеете играть. А! Подвал... Лифт без меня уехал. Ты чё? Да ты что тут делаешь? Да я полетел. Ого, у меня прям, смотрите, какие-то провода со спины торчат. Уезжай. Не успел, хотел мне гранаты кинуть, не успел. Я чиниться иду. Сейчас у меня опять будет полные жизни. Хорошо, подожгли, хорошо. Так, а я не могу на шив быстрее ползать, нет. Эй, не мешай мне. Я хочу пополнить себе жизни. Так. Вот, все, я вот здесь запчасти, берем запчасти. Все, я опять починился. Так, надо звать своего братишку. Так. Что происходит? Луна идет. Я позвал своего друга. Интофурика, сейчас он будет всех мочить вас. Готовьтесь. А мне кажется, кто-то тут есть в подвале. Давайте побегаем, поищем. Не, никого нету. Я думал, тут кто-то есть. Все, так, Дима, меня здесь не найдет. Я поднимаюсь. А ты в подвале? Нет, я только... Нет. Не, в подвале его нет, потому что радиус моего удара очень я высок. Я только туда хотел спуститься. Все, я поднимаюсь к вам, готовьтесь. Ого, меня колбасит. Смотрите, на руках хожу. Ну, да ладно. Так, ищем, а ищем, ищем. А, вижу вентиляция. Идемте его замочим. Привет! Отлично, я на руках прям по вентиляции хожу. Это очень странно выглядит, но я это делаю. Ребята, обязательно ставим лайкосики и подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. И заходите в наш Дискорд, если вы хотите с нами пообщаться. Не забываем. А кто там гранаты кидает? Ты чё? Ах, ты меня решил поджечь. Хорошо, хорошо. Уезжай! Ах, блин, я об стол куда... Я сейчас вызову вас назад, не переживай. Уезжай быстрее. Давай, лифт. Ты чё мне гренку под ноги кинул? Эй, лифт, ты куда? Я ж тебя вызвал. Опять гранат? Она столько мало жизни отнимает, что мне нифига этого не делает. Да ты за... Ты голимый, что ли? На тебе, гусунек, хватит кидать мне гранаты свои. Да вы... На! Отлично! А, меня сейчас придавит! А! Да блин, да меня... Меня колбасит! Ладно, давайте вылетим, потому что что-то я забагал игру немножко.
Ого! Ого, жизнь отнялась! Гусанёк, Кирилл Геймер, вы чё? Я слышу, как кто-то кнопки клацает. Вы чё, прекращайте? Я слышу, они не дают мне, короче, на лифте спуститься. Так, давайте сюда сходим. Вы неадекватны. Давайте, короче, если я сейчас продержусь 2 минуты, я буду победителем. Время пошло. Так, 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 ребята, сейчас страшный и четкий момент, когда я должен затащить. Да, я... Но он страшный для вас, для меня он четкий. Тихо. Кого-то вылетело роутер. Тихо, 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 тихо. Они хотят меня найти, но не получится. Все, ребята, я зашкерился. А пусть теперь меня поищут. О, вот это нычка! Вот этого я даже не знал, что здесь такая нычка на карте есть. Так, прошло уже 20 секунд, я играю пока, Мишто. Все отлично. Время идет, но оно на моей стороне, потому что мне нельзя высовываться. Если я продержусь 2 минуты, все, я буду победителем. Ты что, дурак? Вот здесь. А ты чем я хотел убить вообще? Крыскими кулаками. Ах ты какой. Кирилл, просто... Вы чё, дураки? Я даже сейчас проиграю, у меня жизни мало! У меня жизни мало! А где он? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я его... А, это сам... Отлично, отлично, отлично! Я его вижу, я... Так, минута 10, еще 50 секунд, нужно продержаться! Да, это я! Так, у меня 2400 жизней осталось. Отлично! Отлично! Я... А я не буду говорить, где я. Пусть догадаются сами. Ладно, давайте я вам еще фору дам. На минуту больше вам дам. Я ничего не вижу. Вот честно, ничего не вижу вообще. Нет! Ну блин! Да я подался специально вам, чтобы вы выиграли. Ладно, давайте еще... Давайте еще одну дуэль. Давайте еще одну дуэль. Давай. Ой. Ой, а вы мне с того раунда приглаш... Да стойте, стойте. Так, давайте вообще с другого пака возьмем аниматроника, чтобы было интереснее. Так, ребята. Во-во-во-во-во. Так, сколько у меня жизни? 8500. Все, стой, 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 это не тот аниматроник. Во! Ну, невидимым вставать не буду. Давайте я в подвал спущусь, и время пойдет. Ладно, давайте я так спущусь. Все, давайте. 3, 2, 1. Раунд пошел. Все, отчитаем время. Вот это сейчас будет жестко, ребята. А я тут буду ящики все ломать. Блин. Кстати, этот аниматроник на радиус не бьет. Мне надо только прицеливаться будет. Знаете, как мне сейчас сложно будет? Ой, а что со мной? Отлично. Отлично. Пойдет, пойдет. Так, 20 секунд есть. Ты меня вызвал. Во-во-во-во-во, все. Вот теперь они меня не смогут убить. Так, Гусанёк, ну что, ты идешь ко мне? Я тебя жду. Я должен тебя... Отлично, FM-зум, это было с твоей стороны не очень... Кстати, жизни у меня очень мало. Вот это они AR2 шары хотят закидать. Слышь ты! Я всех убил! Отлично, как они хотят все ко мне сюда... Ого, я могу холодильники двигать. Так, минута прошла, даже чуть больше. Ладно, пусть будет минута, будем округлять. Все, я заныкался, я очень сильно заныкался. Прям очень жестко. Даже в подвале есть классные нычки. У нас лифт забагался. Че с лифтом? Он забагался. А что вы сделали с лифтом новым? А все, ты не сможешь выйти оттуда. А мы туда попасть не сможем. Ой. А, вы лифт поломали! Я, а что, вы его зафизганили, обманщики! Нет, нет, мы его не физганили, он сам. Так вы что, новый лифт? Я только на ремонт потратил кучу денег. А по звуку он как не бы был. Едет. Молодец! Ну что, пацаны, второй раунд я, наверное, выиграю, чувствую, даже уже, наверное, выиграл. Ну ладно, давайте уже доиграем эту битву. Мне кажется, все-таки они, охранники в этом ролике победили, потому что очень красиво играли.
Ух ты, вот это вы молодцы. Кстати, у меня 3000 жизни осталось. Не так уж-то и много. Так, давайте холодильники удалим. Отлично. Чё, щенки, я выиграл. Попробуйте. А вы ж не сможете спуститься. А вы что, удалили его? Удалили лифт новый. Ай, выйдите из меня. Молодцы. Я рада, что вы очень умные. Ой, а чё это труп прилетел? А чё это еще один труп прилетел? Давайте, охранники. Толпа охранников должна падать здесь только так. Молодцы. Ребята, очень умные охранники попали. Смотрите, как они сейчас будут все вниз падать. Давай, высовывайся. А вы хотите R2 шары ко мне? Ой, сюда шары. Serious M2 накидать. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Ой. Тихо-тихо, мне пора. Я вспомнил, мне надо купить хлеба. Какого хлеба? Ай, шары. Блин, они очень сильно дамажат. Очень сильно. Ой, это был добивочный. Все, я заныкался. Все, ребятушки, теперь я их буду красиво ждать здесь и мочить. Давайте, кто первый? Да откуда ты взялся? 1000 жизней. 1000 жизней. Очень мало. Очень. Вот, отличная тактика. Отличная. Давайте сюда. Да ты задрал. Да все, 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 все. Я выиграл. Ладно, вы выиграли. Какой ты выиграл, не? Ладно, ничья, ничья. Ну, один раунд я, один раз вы. Ну, даже нет. Второй раз у меня был аниматроник немножко послабее. Ну, мне кажется, он был меньшего размера, поэтому было тяжелее попасть. Ну да, но все-таки, как всегда, побеждает дружба. Конечно, конечно, а дружба это я.